Тем не менее, правду истории не дано исказить никаким современным барзописцам, слишком гибким и угодливым для того, чтобы им кто-нибудь поверил. Материал Игоря Плесюка – наглядное тому подтверждение. Ровно 15 лет назад, 24 сентября 1996 года, скончался человек, имя которого до сих пор упоминается с диаметрально противоположными эпитетами. Генерал-лейтенант МВД Павел Анатольевич Судоплатов. Для историков разведки и контрразведки он один из самых успешных советских чекистов высшего ранга в период с начала 30-х до 1953 года, организовавший и осуществивший ряд успешных спецопераций за границей во вражеском тылу. Один из организаторов партизанского движения, под чьим руководством действовали Дмитрий Медведев, Николай Кузнецов и многие другие герои Великой Отечественной. Одним словом, личность, чьи заслуги перед Родиной и вклад в победу преувеличить просто сложно. Зато для украинских национал-экстремистов и псевдодемократов западного толка, что в нашем случае практически одно и то же, Судоплатов – кровавый палач, сталинская финка и профессиональный убийца. Еще бы, ведь в своей книге мемуаров спецоперации «Лубянка и Кремль» 1930-50-е годы, он честно и откровенно рассказывает о том, как лично осуществил операцию по ликвидации главы ОУН Евгения Коновальца, а после войны руководил обезвреживанием его преемника, лидера ОУН-УПА Шухевича, недавнего, кстати, героя Украины. Но кто же в этом смертельном противостоянии был настоящим убийцей, а кто отстаивал интересы народа, в том числе и прежде всего народа Украины? Сам Судоплатов в предисловии к своей книге пишет: «С риском для жизни я боролся против руководителей фашистской организации ОУН в Европе и на западе Украины, против террористов, подручных Гитлера, Коновальца и Шухевича, уничтоживших тысячи моих соотечественников». Попробуем рассмотреть пути этих исторических антагонистов, чтобы сделать более-менее объективные выводы. Итак, Павел Судоплатов, сын русского рабочего и украинки, родившийся в Мариуполе в 1907 году. Уже 12-летним мальчишкой он выбрал на всю жизнь свой путь, сбежав из дома и вступив в Красную армию. Прошел бои и плен, беспризорщину и, вполне закономерно, обладая природным умом и личным обаянием, становится сотрудником ВЧК ОГПУ. Можно разделять или осуждать убеждения этого человека, до самой смерти считавшего себя профессиональным революционером. Однако его остро негативное отношение к петлюровцам и их наследникам, украинским националистам из ОУН, было вызвано не только коммунистическими убеждениями, но и реальным опытом того, кто собственными глазами видел зверство петлюровских войск и их сердцевины, сечевых стрельцов полковника Коновальца. Сей бравый вояка, сначала австро-венгерской армии, а потом и командир сечевиков, прославился множеством кровавых дел, погромов, расстрелов без суда и следствия и, прежде всего, жесточайшим подавлением восстания рабочих киевского завода «Арсенал». А в эмиграции стал лидером УВО, украинской военной организации, объединившей крайних национал-эмигрантов и в 1929 году трансформировавшейся в ОУН, организаций, по своей идеологии, стоявших на четко фашистских позициях и уже с начала 20-х находившихся на содержании немецкой контрразведки. А с приходом к власти Гитлера ОУН и вовсе стал одним из особых подразделений гестапо. Вполне естественно, что молодого и талантливого чекиста, прекрасно знавшего украинский язык и к тому времени переведенного в Москву, решили использовать как разведчика-нелегала, внедренного во враждебную организацию. Уже в начале 30-х Судоплатов входит в доверие к Коновальцу, а 23 мая 1938 года осуществляет его ликвидацию, передав проводнику бомбу, замаскированную под коробку шоколадных конфет. Действительно, эта операция была проведена по личному приказу Сталина, понимавшего всю опасность диверсионно-террористического потенциала ОУН, верно служивший Гитлеру и выполнявший задания германских спецслужб. Можно одобрять или не одобрять подобные жесткие методы. Но заметим, Коновалец был приговорен к смерти за преступления, совершенные против народа Украины еще в гражданскую. И если сегодня мы спокойно воспринимаем акции возмездия,
направленные против отдельных деятелей в стиле Усамы бен Ладена, а то и против целых режимов, то почему же ликвидация советскими спецслужбами профессионального палача и террориста Коновальца должна осуждаться, особенно с учетом конкретной исторической ситуации? Практически накануне Второй мировой войны, в которой бандеровцы и их коллеги по ремеслу изменника стреляли в спину нашим солдатам и прислуживали в самых грязных карательных операциях гитлеровцам. Достаточно вспомнить дивизию СС «Галичина», батальоны «Роланд» и «Нахтигаль», в коих отличился гауптштурмфюрер СС, кавалер двух железных крестов Роман Шухевич. Дальнейшая деятельность Судоплатова показала его истинное отношение к Украине. Ведь именно он, рискуя всем, доказал Сталину вредоносность замысла Хрущева, тогда руководившего Украиной, и его правой руки, генерала Серова, собиравшихся поголовно выслать молодежь Западной Украины на перековку в Донбасс. А в Великую Отечественную Павел Анатольевич руководил диверсионно-террористическими подразделениями, нанесшими огромный урон противнику. Знаменитая рельсовая война, головоломные акции Николая Кузнецова, подвиги спортсменов и боевиков особой бригады стоили порой действий целых фронтовых армий. А операция «Монастырь» Березино, в рамках которой годами через агента Гейны Александра Демьянова, кстати, правнука славного атамана Антона Головатова, одного из тех, кто брал Хаджибей, а после основал кубанское казачье войско, напрямую к шефу Абвера, адмиралу Канарису, шла умело составленная дезинформация. Эта операция до сих пор считается классикой разведки. После войны под руководством Лаврентия Берии Судоплатов работал над выявлением ядерных секретов Запада и обеспечивал наших ученых свежайшей информацией о работе над созданием атомной бомбы в США. И еще. Послевоенная борьба с бандеровцами. Генерал четко понимал необходимость привлечения народа Западной Украины на сторону советской власти амнистиями, зачастую снова противостоя жесткой линии Хрущева и того же Серова. Именно это и стало реальным поводом к его аресту после смерти Сталина по делу Берии. 5 лет он подвергался пыткам и обработке психотропными средствами. Однако голословных обвинений в организации убийств и подготовке заговора не признал и никого из своих боевых товарищей не предал. И отсидел от звонка до звонка все несправедливо присужденные 15 лет в знаменитом Владимирском централе, перенеся 3 инфаркта и ослепнув на 1 глаз. Выйдя на свободу в 1968 году, он, лишенный всех наград и званий, начал долгую борьбу за реабилитацию, зарабатывая на жизнь редактурой и литераторским трудом под псевдонимом. И лишь в 92-м году дождался своего часа, получив полную реабилитацию. Осуждать такого человека, всю жизнь прослужившего народу в меру своих убеждений и до конца дней не отрекшегося от них, несмотря на личную трагедию, не вправе никто. Тем более, странно на этом фоне, смотрится решение Киевского горсовета, решившего переименовать улицу Щерса, нет, не в честь оболганного уроженца Украины Павла Судоплатова, а в честь палача арсенала и гитлеровского наймита Евгения Коновальца. Впрочем, какая страна, такие и герои. Игорь Плесюк, специально для аналитической программы «Бэкграунд».